Вадим, ну как, понравилось? Очень круто. Очень круто! Спасибо, Вадим, спасибо! Ваши аплодисменты Дель Арте! Вау, я впервые в жизни присутствовала на интерактивном фаер-шоу. Это просто нечто. Знаете, это так страшно стоять там на сцене. Все взрывается и горит. Когда же я привыкну? Ну что, а теперь мы почти подошли к окончанию нашей программы. Почти, потому что у нас остался один, возможно, самый вкусный номер. И одна очень вкусная вещь. Прямо сейчас на сцене будет награждение. Во время всех этих выступлений коллективы и команды соревновались между собой за звание лучшего фаер-коллектива по мнению фестиваля «Огни Востока». И сейчас я хочу пригласить всех участников, всех коллективов этого соревнования на сцену! Я приглашаю на эту сцену коллектив «Перформанс» из города Хабаровск. Коллектив «Ночное солнце» из города Хабаровск. Коллектив «Фаэтон» из Лесозаводска, Владивостока и Железногорска. Потише. А теперь внимание, я приглашаю на эту сцену одного из организаторов фестиваля «Огни Востока» Дениса Балюру. А также еще одного организатора, замечательную Наталью и Юлю. Алина, которая продолжает работать, пока ребята тусуются на сцене. Итак, сейчас мы с вами... Да-да-да, сейчас мы с вами наградим коллективы. И, внимание, это была жаркая борьба, которая продолжалась в течение долгого-долгого времени. Вчера я рассказала о том, что отборочные туры проходили в Корее, они проходили в России, в Японии, и вот, наконец-то, русские ребята стоят на этой сцене, и сейчас мы узнаем, кто же из них победил. Та-да-да-да, вот прямо у меня в руках список. Итак, третье место в соревновании огненных коллективов достается Владивостоку. И это Файтон! Есть грамота. Вау, отлично. Молодцы, молодцы. Ваши аплодисменты. А второе место достается городу Новокузнецку. Дель Арте. Руководством Евгения Пака. Спасибо! А сейчас интрига. По идее, первое место нужно было бы присудить
какому-то одному коллективу. Но жюри, потратив 3 часа в кровопролитных обсуждениях, не смогло решить, кому же все-таки присудить этот приз. И поэтому они решили присудить его сразу 2 коллективам. Кто же это будет? Посмотрите, сердечки-то стучат. Внимание! Оба приза уезжают в Хабаровск. Тихо-тихо, внимание! Nightfall и Performance! Это победители фестиваля «Огни Востока». Спасибо, ребята, за великолепное шоу! Спасибо вам! Дорогие друзья, спасибо вам! Вы можете покинуть сцену и отпраздновать ваши новые грамоты и титулы. А я хочу от лица организаторов и от их имени поблагодарить всех тех волонтеров, всех техников, световиков и звуковиков, которые помогали делать этот фестиваль. Я хочу поблагодарить всех спонсоров фестиваля, всех информационных партнеров. Я хочу сказать, что этот самый большой фестиваль в России. Я была на разных фестивалях, честно. И я могу вам сказать, ребята, вам крупно повезло, что во Владивостоке есть такой классный фестиваль. Вы придете на следующий год? Я тоже хочу! Ну что же, сейчас я хочу пригласить на эту сцену наших судей. Сейчас вы увидите показательное выступление от коллектива из Москвы «Аурум». Поприветствуйте их так, чтобы они этого никогда не забыли!